Так играли Петросян со Спасским не раз. Система прочная, проверенная. Отдохни, я сам подумаю. Я не засну. Поспи полчасика, это необходимо. А если попробовать повеселее? Знаешь, Сережа, завтра без экспериментов. Не бойся, мне кажется, образовали. Пойдем, пройдемся. Не хочу. Тебе надо дышать воздухом. Не пойду. Хочешь, утром в бассейн съездим? Сам съезди. Да кто же из нас играет, я или ты? Подогрей, пожалуйста, кофе. Слушай, Виктор, ты меня прости, я хочу остаться один. Хорошо. До завтра. До завтра. Сережа, только помни, завтра нельзя рисковать. Лучше ничья, а там у тебя будут белые, навалишься. Ты возьми ты себя в руки, ты мне 100 раз одно и то же говоришь. Еще раз скажу. Я понятливый, я все понял. Спокойной ночи. Не сердись, спокойной ночи. Сереж, только, пожалуйста, без авантюр. Ну, понимаешь, я и сам бы рад развернуться, заварить кашу, биться насмерть, но завтра. Но завтра. Завтра нельзя. Завтра нельзя, я все понял. Ну, клянись. Да клянусь, клянусь. Здесь жертва качества есть. Такую позицию надо черными смотреть. Скажите, а вы сами пожертвовали бы пешку? Здесь пресс-бюро определенно пожертвовало.